Ребята, вот такая тачка B250E с подписью Мерседеса, с антибликовым стеклом в полном фуле. Есть даже активный круиз-контроль, автопарковка. Может выехать по трассе до 200 километров примерно. Вот такая вот тачка на E-Cars. 21 тысяча долларов пробег, по-моему, 46 тысяч километров, небольшой. В городе, понятно, проедете чуть меньше, ну 150 гарантированно. Вот так вот выглядит спереди. Внутри тоже очень симпатично, салон практически новый, очень стильно и круто. Вот вид сзади, B250E электрический, автопарковка, активный круиз-контроль. При очень компактном размере вместительный багажник, можно опять же его разложить. Тут же всякие ящички, петельки и сдвижная шторка для еще одной полочки. Кстати, премиальная акустика Harman. Красивая деревянная отделка салона. Это еще интересный аналог аналогового тахометра, скажем так. Редко такое бывает. Вот, ребят, управление круиз-контролем, и тут есть активный круиз, то есть машина сама следит в определенном диапазоне скоростей. И, конечно же, климат-контроль. Двухзонный. И тут, ребят, даже есть пленка на порогах дверей. С наклейкой Mercedes-Benz, планочка, она под пленкой. И машинка это, кстати, с Калифорнии. С Калифорнии настоящий Mercedes. Ребят, вот такая вот тачка, 21,5 тысячи условных единиц, продается в E-Cars, это улица Жилянская, 103, за универмагом Украина, вот ориентир, видите, буковка Украина, и заезжаете вот в эти вот Варита, с Дориги сразу заезжаете, есть такой черный, который вы видите с Калифорнии, даже с пленками на дверях, на порогах, есть такой же серый похожий, этот полный фарш, есть даже автопарковка, автоматический круиз-контроль, то есть огромное количество функций, поэтому приезжайте, можно посмотреть прямо сегодня, не пожалеете. The Cars, Жилянская, 103. Всем желаю удачного дня, мы сейчас едем за Киев отдавать животное, пожалуйста, не превышайте, следите за дорогой и заходите, смотрите на машинки. Всем удачного дня, на связи.